Друзья, прошлый выпуск, в котором мы тестировали товары от Xiaomi для животных и дома, вам понравился, и я решил как можно скорее представить вам вторую часть, в которой будет еще 5 крутых товаров Xiaomi, о которых вы могли не знать, но, возможно, именно они вам нужны и принесут пользу. Друзья, товары для обзора предоставлены магазином ultratrade.ru. У ребят в магазине огромнейший выбор продукции Xiaomi, включая эксклюзивные новинки, которых вообще нет нигде, включая крупногабаритную технику, холодильники, стиральные машины, кондиционеры, Xiaomi и так далее. При заказе в России оплата осуществляется при получении товара, причем магазин дает гарантию на всю продукцию и можно бесплатно обменять товар в течение 7 дней, если что-то, конечно, с ним будет не так. Также есть возможность доставки товара в другие страны. И самое приятное, для тех, кто при заказе по телефону менеджеру или в комментариях при заказе укажет промокод PPK, получит в подарок фирменный Powerbank или фирменную 3D-лампу. Выбирайте товары, купон действует до 14 февраля, все подробности в описании под этим видео. Когда ремонт в ванной комнате уже закончен, либо не хочется сверлить плитку и крепить держатели, на помощь к вам придет вот такая стильная и продуманная конструкция – держатель полотенец Xiaomi Mi Happy Life. Эта часть входит в систему Happy Life, которая насчитывает более десятка аксессуаров для дома. Есть видео на канале. Установка не займет более 5 минут. Необходимо обезжирить поверхность, салфетка спиртовая есть в комплекте, снять защитную пленку с трем-скотча и приклеить к поверхности. Заявленная нагрузка до 3 кг. Клейкой части в качестве основы применяется вспененный акрил. Между пластиковыми упорами две алюминиевые штанги, расположены на разных уровнях для удобства сушки и удерживания полотенец. Это не полотенцесушитель, но как вспомогательный элемент для ванной или кухни вполне хорошее, интересное решение. Минимализм, дизайн и функциональность. Друзья, у кого бывает, что сидишь за компьютером и рука мерзнет? Дайте знать в комментариях. Xiaomi еще в 2018 году выпустили свой конвекционный обогреватель, а не так давно представили компактный, настольный с интересным дизайном. Форма простая, все скруглено, нет торчащих винтов, больших зазоров, а включение осуществляется всего одной кнопкой. После с передней части внизу загорается мягкий LED-индикатор белого цвета, сигнализирующий о работе. Тепло распространяется практически сразу. Установлены керамические нагревательные PTC без возможности возгорания инфракрасного излучения. Мощность потребления составляет 500 Вт. Как утверждает производитель, над конструкцией работали долго, чтобы добиться максимальной устойчивости, прочности корпуса и безопасности в первую очередь. Габариты позволяют разместить на столе, тумбе и других конструкциях, не занимая много места. Корпус не нагревается до критических температур. Я не хочу сказать, что работает прям устройство вообще беззвучно, но гораздо тише других тепловентиляторов, которые были до этого у меня на тестах. Так что слишком отвлекать и раздражать вас не будет. 500 Вт может вас обогреть точно и комнату до 10 квадратных метров, хотя производитель заявляет чуть больше. Защита от опрокидывания есть, с нижней части размещен концевик. Полки автотоваров пополняются у Xiaomi-шцев. Не так давно у меня появилась возможность протестировать новую версию автомобильного зарядного устройства Xiaomi Car Fast Charger. Данный адаптер оснащен двумя USB-портами, а мощность составляет 18 Вт, то есть это быстрое зарядное устройство третьего поколения. Помимо всего прочего, адаптер оборудован ненавязчивой приятной контурной подсветкой Moonlight White LED. Может работать в автомобилях с системой 12-24 вольта напряжения. Заявленные характеристики я проверял, все соответствует. Предусмотрено 5 видов защиты, которые спасут не только зарядное устройство, но и подключенный гаджет, смартфон и так далее. В двух словах, цена, качество. Металлический прочный корпус, хорошие показатели, стильный дизайн и стабильная работа. Десятки тысяч продаж и 99 отзывов положительных. Я присоединяюсь, так как Xiaomi умеют делать зарядное устройство, и этот экземпляр не стал исключением. Проверено. Про домашних питомцев Xiaomi также не забывают, продолжают выпускать новые товары и еще один аксессуар для вашего любимца, так называемый массажный центр. Кто там как, я называю когтедралка. Хотя вещь весьма простая по конструкции, но выглядит забавно. Особенно мне понравился шрифт, которым сделана надпись по кругу. Реально весело и интересно смотрится. Диаметр его, кстати, 40 сантиметров. Внутри плотно под наклоном запрессован гофрированный картон с отверстиями. Это своего рода уютное гнездышко для вашего любимца. У меня есть простая версия, так моя кошка каждый день по несколько раз приходит точить когти или когда там у нее что-то не получается, в общем, нервничает. Вообще эта штука помогает избавиться от царапания мебели, так как кошке больше нравится точить когти, а такой материал.
Прошлая версия у меня уже больше года, я думал, что за месяц истрепает, но нет, держится хорошо. Кроме того, он создает определенный массажный эффект, поэтому кошке будет комфортно лежать в нем. Еще если тереться шерстью, то это тоже будет приятно и полезно. В общем, простая, но хорошая вещь для вашего любимца, которая может некоторые моменты радости в жизни ему принести. Рекомендую. Контейнер для мусора Xiaomi Garbage Trash Can. Ребята, корзина для мусора, и это так. На самом деле, я уже получил автоматическую версию, которая и мешки сама завязывает, и крышку открывает, проветривает и даже убивает ряд бактерий. Если интересно и хотите поскорее обзор, дайте знать в комментариях. Что касается представленной модели, то это весьма красивый и радующий глаз аксессуар, который я покупал для своего будущего кабинета. Производитель говорит, что этот аксессуар также подойдет отлично для ванной, кухни и офисов. Изготовлен из прочного полипропилена толщиной 3 мм, отличается высокой экологичностью, так что не только на вид красивый, но и безопасный, так сказать. Пластик абсолютно без запаха и приятный на ощупь. Особенность конструкции – удобная и быстрая фиксация пакета. Вынимаем зажимной цилиндр, устанавливаем пакет, вместительность контейнера, кстати, 10 литров, ширина горловины 33 см, подойдут большинство пакетов. Зажимаем кольцом и пользуемся. Кто-то, конечно, скажет, что цена высокая, но в погоне за дизайном, удобством использования и подходящего для общего интерьера вещью, люди порой готовы совершать переплату, и в этом, думаю, вы со мной согласитесь. Еще момент, если вы испачкаете внутреннюю часть, то меньшее кольцо можно снять, держится оно на специальных фиксаторах, а затем уже все хорошо отмыть и собрать назад и пользоваться. Если хотите больше Xiaomi, то ставьте лайк и подписывайтесь. Не забывайте включить кэшбэк, чтобы экономить на каждой покупке. Ссылка самая первая под видео. Я готовлю еще выпуски, а вы пишите в комментариях. Я все читаю. Белозеров Игорь, канал не только о посылках из Китая. Не прощаюсь, увидимся скоро.